Ну вот мы ползем через Лепинку от ПЭС. Вот едет Олег на своем Исюзе в Чемпионе. Вон они вверх все поползли. Вот. Сейчас Костя, он бежит с Галей к своему коню боевому. Вот. Похоже это примерно все вот на такое. Один уже перегрелся. Вот они пошли с надписью авто. Вот, сейчас он снизу пойдет сюда. Вихи кросс. Исузу, которая серьезная машинка раллийная. Вот он пошел. Довольно уверенно прыгает по камушкам, как мы видим. Вот на что похожа примерно наша жизнь. Вот, и сразу же за ним мчится Фураня за рулем Володи Черепанов. Переваливается через камушки. Тоже идет достаточно уверенно. Вон он. Так со стороны выглядит примерно. Володя довольно четко, уверенно все прошел, нормально. Вот. Дальше вот этот Джей Крузер разбирается. Я догоню, Володь, пока дуй. Вот, забрался FJ. И следом за ним наши друзья на красном форде. Вот они газуют. Как-то напрягаются немножко, но едут, едут. Переваливаются через камушки. О-о-о. Так, так. Что-то у них не идет. Еще раз. Нет. Так. Форло ставь! Спасатели спешат на помощь. По-русски можешь? Все как-то очень печально. А попробуй еще раз. Вот они проехали все-таки. Прорвались. Вот они едут. Все. Ну что, друзья мои, как вам впечатление? Серега, я тебя убью! Ладно, продолжаем.